Два коллектива, две истории, такие разные, но объединенные любовью к музыке, и теперь еще и отчетным концертом. Вокальный ансамбль «Мелодия» появился в 2010 году на базе Дома детского творчества. Сейчас петь в нем учатся 25 ребят в возрасте от 5 до 14 лет. Ребята на занятиях осваивают вокально-технические навыки, учатся выступлению на публике, на концерте, артистическим навыкам. И в целом они развивают свои духовно-нравственные качества. Сольная песня – это ты поешь один, а ансамблевой нужно слышать себя и других, и музыку нужно слышать. Сложнее ансамблем петь? Да. Без музыки они уже не могут и привыкли петь оптимистично, солнечно, ярко. Не просто подвести итоги уходящего учебного года, но и поднять зрителю настроение. Такую задачу на отчетном концерте поставили перед собой участники коллектива. Я люблю музыку, я люблю петь и люблю выступать на сцене. Мы выступали в многих разных конкурсах, ездили в разные города, выступали, занимали места, и нам это нравится. Ну, мы много где на самом деле выступали. Например, я была в Екатеринбурге. Ансамбль народных инструментов появился в 2016 году, когда во Дворце культуры «Паруса» уже зазвучал детский смех. Этот коллектив тоже небольшой, но уютный. В нем занимаются 22 музыканта в возрасте от 7 до 18 лет. Ребята заочно участвуют во всероссийских и международных конкурсах, становятся лауреатами. Некоторые даже умеют играть не только на домре или балалайке, но еще и на гитаре. Им музыка помогает. В школе говорят, что начинают лучше учиться. И я думаю, это очень полезное занятие. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Это слова историка Ключевского. Я играю на балалайке, мы довольно часто выступаем, записываем видео на конкурс, вот. Даже занимали хорошие места в международных конкурсах, вот. И мне, в принципе, нравится. К нам во втором классе, я помню, зашла Людмила Евгеньевна, спросила, кто хочет играть в ансамбле. Я такой подумал, и поднял руку, вот. И так я начал ходить. У меня тогда был выбор домре или балалайка, мне больше приглянулась балалайка. Инструмент очень хороший, он громкий, даже, красивый, еще и на гитаре играю. Мне тоже нравится. Это не собираюсь бросать это дело. Казалось бы, народным инструментом – народную музыку, но на самом деле репертуар ансамбля гораздо шире – от классики до современной музыки. Ребята играют все и блестяще продемонстрировали это, исполнив попурри. Вот так инструментальная музыка и песня шагают друг с другом рядом, звучат и поддерживают друг друга, и собираются совершенствоваться дальше, и, конечно, радовать зрителя.